Татарстан выбран пилотным регионом по разработке туристического паспорта. Документ будет включать информацию о регионе, истории, природных и климатических особенностей, географии и культурном наследии. Эксперты компании VeraCode проанализировали более 400 тысяч мобильных приложений и выяснили, что около 14 тысяч из них представляют реальную опасность для пользователей. На большинстве мобильных устройств присутствуют сомнительные программы. Казань нашла способ, как привлечь туристов из Китая благодаря ленинской тематике. Это тур-программа «Красный маршрут». Предполагается, что кроме Казани в маршрут будут включены Санкт-Петербург и Ульяновск. Найдены неизвестные ранее стихотворения Ломоносова. Три стихотворения о фейерверках были найдены при составлении словаря русских писателей 18 века. Казанский зообоцат объявляет конкурс на лучший птичий домик. В конкурсе может принять участие любой школьник или группа учащихся до 3 человек. Участники могут принести на кассу зоопарка свою подделку до 5 апреля. В Казани стартует квест по предпринимательству для школьников «Бизнес-тим». Школьники смогут почувствовать себя настоящими бизнесменами. В департаменте социологии финансового университета при правительстве России изучили, как себя чувствуют в новых условиях жители крупных городов. Казанцы оказались на высоких позициях. 85% от числа опрошенных заявили, что довольны жизнью полностью, либо по основным показателям. Вполне вероятно, что модницы и модники скоро забудут о цветных контактных линзах. Вместо них цвет глаз коричневого на голубой навсегда можно будет поменять с помощью 20-секундной лазерной процедуры. Президент Татарстана удостоен государственной награды Республики Крым. Вместе с Рустамом Минихановым орден за верность долгу получат Рамзан Кадыров, Дмитрий Казак и ряд депутатов Госдумы России. Кто лучше всех играет в баскетбол, а кто танцует? Об этом узнаем уже сегодня в нашем вечернем выпуске. Не забудь включить Универньюз в 18:00.